Сегодня вот ведь что со мной случилось. Вы знаете, я музыке училась. Училась, да, конечно, но давно. Я за руку держалась няньки старой, так после обнималась я с гитарой, как в те года мы с няней у кино. Что за кино, вы, кажется, спросили? Да у кино, у нашей, у России, такое у фонтана возвели, где мы гуляли с няньками дурашки, кудрявенькие девочки-барашки, приемыши своей родной земли. Лишь только выйдем с музыки проклятой, суровый, но ни в чем не виноватый, лишь только выйдем с няней моей, бегом бежим в тот малый зал России, где мультики идут, сердца просили одних лишь только мультиков скорей. Бегом, бегом, хоть с пирожком, хоть с булкой, бог с ним, снежком, дождем или прогулкой. Дом Фамусова тяжкой, как свинец, мы мультики сегодня заслужили, недаром мы весь день деньской кружили. Теперь уж оторвемся под конец. Так размышляла, подперевшись тетка, звезда гитары, фея-колодка, у светофора, выглянув в окно. Что делать? Времена теперь жестоки, в России не кино, а караоке. И няньки нет, и школы нет давно.